Возможность продемонстрировать свой уровень футбола на глазах у легендарного вратаря Александра Филимонова получили команды, которые заявились на ежегодный турнир «Большие звезды светят малым». Кто выиграл путевку в Анапу на финал турнира, расскажем далее. Принять участие в турнире со своей командой – мечта каждого юного футболиста. А когда на трибуне присутствует звезда российского футбола Александр Филимонов, выходить на поле становится вдвойне приятно. Турнир «Большие звезды светят малым» проходит в Мариэл уже в третий раз. С каждым годом участников становится все больше. Плюс ко всему приезжают команды из соседних регионов. В этом году, могу сказать точную цифру, 282 ребенка присутствуют сегодня на стадионе. Что еще могу сказать? Он, естественно, несет радость, эмоции, ну и, конечно, большой социальный эффект. Александр, прежде всего, звезда этого турнира, единственная, наверное, и неповторимая, поэтому ежегодно его присутствие позволяет придать статус этому турниру. И ребята, и родители, конечно, очень с теплом относятся к нему, с радостью. Александр Филимонов – прославленный голкипер, воспитанник марийского футбола. Шестикратный чемпион страны, чемпион мира по пляжному футболу. Сейчас работает на посту главного тренера команды «Рома», которая выступает в медийной лиге. Об этом и многом другом вратарь рассказал нашему телеканалу в интервью, которое уже сейчас можно посмотреть в наших социальных сетях. В этом году на турнире голкипер раздал несколько сотен автографов, сфотографировался со всеми желающими, а также пообщался с юными любителями футбола. Приятно, положительные эмоции, да, приятно, что детей много, команд много, да, и пользуются популярностью в нашем таком приволжском регионе, да, что и из соседних областей и республик приезжают команды, это очень здорово. Я надеюсь, что будем двигаться дальше и будет еще больше команд. Детский футбол – это в первую очередь искренность. Ребята бьются не только за команду, но и за мечту. А мечта у каждого своя. Кто-то хочет в будущем быть тренером, а кто-то мечтает забивать голы на большом стадионе. В таком юном возрасте ребята уже не понаслышке знают, кто такой Филимонов. Да, известный вратарь из России. А вы смотрели вот его игры в интернете? Иногда да. Да. Со своей командой как готовились к турниру? Вот расскажите про свои тренировки, что вообще на тренировках делать? Мы тренируемся, удары, обыгрыши, пасы учимся, бегаем быстро. Угу. Мы делаем разные рывки, прыжки, переступы, обыгрыши. А мы хотим занять первое место. Турнир для команд прошел в дружеской атмосфере. Голы, поддержка болельщиков, ну и, конечно же, долгожданные победы. У юношей 2013 года рождения победителем стала команда из Кирова «Вектор». Среди юношей 2014 года рождения золотые медали завоевала команда «Зеленый ключ». Победители регионального этапа отправятся в Анапу, где будут демонстрировать свой лучший футбол.